Вечер романсов в Летнем театре Струковского сада. Известные композиции для самарцев исполнила актриса театра и кино, певица и телеведущая Екатерина Гусева в сопровождении пианиста и композитора Александра Пакитченко. Выступление завершило первый день Всероссийского фестиваля духовых оркестров на сопках Маньчжурии и стало подарком для самарцев к Дню города. Я спешу сердечно поздравить вас с Днем города. Мы не случайно выбрали для начала нашего концерта именно этот романс из фильма «Жестокий романс» кинорежиссера Эльдара Рязанова, уроженца Самары. Романс – это музыкально-литературное произведение. Здесь одинаково важны и слова, и мелодия, которые западают в сердце. Этот жанр с самого своего появления требовал от слушателя и исполнителя камерной обстановки. И в этот вечер ее удалось создать в Самаре. Казалось бы, День города – шумный праздник. А здесь слушали, затаив дыхание, внимали, аплодировали. Бесконечно приятно. Обычно такую камерную атмосферу сложно создать в таких площадках, мне кажется, нам со зрителями сегодня это удалось. Для самарцев прозвучали песни из любимых кинофильмов на стихи Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Булата Акуджавы. Очень душевно, да, я ее знаю с другой стороны, конечно, она для меня больше актриса, чем певица, да, но когда актриса, она же еще и поющая, это вообще очень здорово на самом деле. Как поет, тоже слышала по телевизору, теперь вот живой, очень хороший концерт, побольше бы таких, очень нравится, успокаивает. В Летнем театре организовали партер на 700 мест, но желающих услышать русские романсы оказалось гораздо больше. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.